полуденная скука бара, предгорий сумеречный дым, хохочет птица кукабарра зловещим смехом жестяным. Под эвкалиптовой кроной в неувидающем саду хохочет местная ворона с уляном близкую беду. Ах, этот сон надежней яви, что избавляет от тоски, где скалит тасманийский дьявол свои крысиные клыки, где кенгуру лежит устало страны надежда и оплот, и на ветвях медведь-коала висит, как переспелый плод. Здесь календарь меняет схему, и юг не юг, и лес не лес. Ко мне нахальный страус Эму в карман за коркою полез. Здесь солнце с норда осторожно над твердью светит голубой. Здесь все не так, и здесь, возможно, мы будем счастливы с тобой. Первые два года в Австралии, когда мы жили вообще в деревне австралийской. То есть такой аул, одна улица, церковь, школа, пивняк и кладбище в конце улицы. Вот. Два года поживешь в таком месте, почувствуешь себя австралийцем больше, чем австралиец. Ну, то есть мы вернулись когда в Сидней оттуда, мы уже были бывалые, мы уже рассказывали, как в Австралии живут австралийцы. У меня очень много друзей австралийцев, которые прекрасные люди, и мы с ними проводим время с таким же удовольствием, как мы проводим время в нашей русской компании. Вот. Безусловно. А потом австралийцы такой собирательный образ. Нация-то совсем молодая. Они все до сих пор считаются, вот а у меня бабушка из Ирландии, а у меня там дедушка из Лапландии. Поэтому, ну, русские, наверное, тем и отличаются. Наверное, вот различие, что русские себя считают русскими, потому что они в этом месте жили до татар и после татар. А австралийцы, они в этом месте не жили. Тучи во всем мире, так Австралия становится все лучшим и лучшим пристанищем для долгосрочного жилья. Ну и еще дополнительно, конечно, хорошо то, что мы в профессиональном смысле удалось и мне, и следующему поколению себя проявить. Хорошая страна, много хороших друзей. Что такое дома? Для меня нету дома понятия, что там, где родился. Это...